Вечер 26 июля 2022 год, Анапа, центральный пляж, и у людей, пришедших на центральный пляж сегодня, у многих прямо-таки разочарование из-за того, что море не похоже на море в его классическом представлении. Море сегодня реально соответствует на 100% названию, черное, вот именно на этом участке. И соответствующий запах. Это, мягко говоря, вонь, на самом деле вонь. Прям какая-то жижа, вот эта перегнившая уже тина. И один такой вид напрочь отбивает желание не то что купаться здесь в море, но и рядом с ним находиться. Некоторые люди просто вообще не решаются ближе подойти, потому что уже видят, что толку особого не будет. Но самые стойкие, самые невозмутимые даже пытаются как-то относительно непосредственно близости заграть, но это единичные случаи. Ребята, если к вам кто-то будет говорить, что тина каким-то образом полезна, тем более черная тина, не верьте, нет в ней никакой пользы, от нее только одни, как минимум, эстетические неприятности, а еще неизвестно, сколько вот в такой жиже обитает инфекции и сколько вообще будет эпидемиологически целесообразно вообще идти на какой-то контакт с этой тиной, с этой жижей. Ну и поэтому большинство людей этого не делают. Это, конечно же, такая обстановка у нас здесь не на всем центральном пляже, не на всем пробежении центрального пляжа, а именно вот в этом месте. Это один из трех самых главных проходов на центральный пляж. Выход со стороны центральной аллеи центрального парка развлечений аттракционов. Здесь вот именно такая отвратная ситуация.